Мне кажется, со Светой что-то не так. Она ест помидоры и кетчуп и странно себя ведет. Интересно, что же с ней случилось? Посмотрим. Свету укусили, и она стала вампиром в школе. Тебе не жарко? На улице плюс 30. Ты такая бледная. Ты здорова? Кажется, заболеваю. На, поешь. На тебя смотреть больно. Ты случайно не... Здесь что, чеснок? Один зубчик всего. А у меня новые духи, зацени. Ты что, меня дёснами сейчас засосала? Нет. Что у тебя с глазом? Где? Не отражаюсь. Мне нужно домой. С каких пор он так быстро бегает? Когда Лерой узнает, он тебе зубы повырывает. Ох, а давай ему ничего не скажем. А то он слепой. Света, заходи давай. Как первый день вампира. Я тебя прикончу. Тебе еще понравится. Света, успокойся. Я голодная, как собака. Пойдем, посмотрим, чем есть поживиться. Свечу будешь? Я не ем свечи. А зря. Красный цвет очень вкусный. А почему у тебя только один красный глаз? А вчера сколько было? Потому что превращение еще не закончено. Что? Будет что-то еще? А, ты можешь полностью измениться. Я дома. Блин. Я тут купила. Кто это? А это наш вампир Зита. Прочь! Эй, я тут живу теперь. Мы же семья. Эх, я купила овощи. Не знала, что ты это ешь. Только помидоры. Кетчуп. Что здесь происходит? Просто небольшая жажда. Что с глазами? Ой! Ты! Обратил ее в вампира? Это было недопонимание. Получается, я в доме с двумя вампирами? Это плохо. Почему? Помидорами красной уже не насытится. Ей нужна кровь. Позже. Катя, ты в порядке? Ты же меня не покусаешь? Конечно нет! Мы же сестры! Ночью. Ах ты! Доброе утро. Что случилось? Она пыталась укусить меня ночью. Бес попутал. На, помидоры ешь. Ты больше меня не укусишь? Обещаю. Ночью. А, попалась! Ты рассыпала соль? Я знала, что тебе нельзя доверять. Пусти свою сестричку погреться. Святая вода. Доброе утро. А где Света? Кажется, она полностью обратилась. Что? Всем недоброго утра. Она стала вампиром! А вдруг теперь она меня сожрет? Что делать? Напиши в комментариях.